Друзья, мы просто в шоке, как такое может быть, если тесть не музыкант вообще, откуда вот это все? Еще сейчас будем пробивать все искать, нифига себе. На кусок хлеба. С маслом. Без лома было без масла. Сорвали. Прихватило там на петлях ржавчина. Будем делать, ну, готовить склад для зерна, для зерновой группы. Будем наводить тут порядок. Обошьем все вокруг ФСБ, сделаем полы. Так, марафет наведем и будем, тут будет хранилище для зерновой группы. Длина 9 метров, ширина 3 с копейками. Вагон из севера. Здесь, кстати, проживали люди, тесть мне рассказывал, на севере. То есть он утепленный, ну, будем порядки наводить, показывать. Потому что уже скоро уборка начнется, нам надо что-то предпринимать. Хранилище для зерна. И сюда крупорушку перенесем, сюда все сделаем.
потихоньку начинается разведняться тут. И что мы думаем пока? Вот здесь окно одно есть, а одно окно он забито. Вот, вот здесь. А раму вытянем, здесь рамы нету. Раму вытянем отсюда вот. Заберем раму туда. И сделаем тут с двух сторон, ну, два окна с одной стороны. И хватит. Что еще здесь нашли? Находки, находки. Вот такие вот находки. Это получается литол, запечатанная новая банка. А это синий солидол. Сейчас почитаем, что здесь. Смазка АЗК АЗКА 158. А какой год? 820 грамм. Цена 90 копеек. О, новые банки. Тут в столе ничего нет. Шухлядки, щетки какие-то. Наверное, на генератор, на советскую технику. Духовка старого образца. То сумка с подшвейной машинки. А где швейная машинка? А тут где-то. Зингер. Вот. Только стартер где-то в другом месте. И куча цепков на нее есть. Ну, она вообще новая была. Это. Она рабочая, все, заводи. Без вопросов. Вот цепки на нее висят. Тоже пригодится такое дело. Нашли еще, ну я повыносил несколько канистр масла. Масло жигулевское, камазовское. Теща работала на заправке. Я думаю, вы понимаете, откуда тут у нас канистры с маслом. И тат. Ну, короче, в коробке в мосты заливать. Получается такое вот. А пол ровный, доски хорошие, сухие, все хорошо. По доскам тут вообще вопросов нету. И мы доски сами хорошо выметим, уберем и покрасим. Планируем так. Также нашли, но это мой старый линолеум с кухни. Еще до ремонта он у меня дома лежал. 4, по-моему, на 3,5. Его мы используем у кабинета, этот линолеум. А еще у меня есть линолеум 5 на 4,5 или 5,50 на 4,5. То тоже до ремонта у меня был в зале. Мы его, может, сюда застелим, чтобы не так просыпалось. Ну, корма такой все в полы. Легко было убирать, подметать. Пока планируем так. Ну, убираем дальше. Какие находки будем показывать. А вот на этом расстоянии, где вот эта перемычка потолка, сделать такую метровую, типа, а может даже больше, наборную перегородку из доски. И насыпать прямо туда насыпью, чтобы больше туда влазило. Планируем так. Ну, не ставить же здесь бочки, мешки. Вот, а это что? Что там, Сань? Это что, дядя Витя? Опа, ну давай. Садись, Витя, наверное. А ну. Ай, садись. Ты пристал, может, бабло. Вау. Ну, какого же года? А. Смотри. Да? А вот же. И сам же этот стручок. Ну да. Волос конский. Конский, да. Молодец. Ты шо? Это ж подставочка, Сосян, походу. А сюда? Охерен. Вот так, наверное. Знаешь, зачем? Вот так. А, вот. Фух. Она триснута, да? Ну, она, ну, со временем, Витя.
Разнесло. А, надо склеить, да. От сырости. Угу. И, походу, надо реставрировать, ты понял? Ух ты, друзья, вот это у нас находочка. Ну, вот это что. Нифига себе. А ну давай на свет, Сань. Как это зачем? Это подставка. Ничего себе. Это какая-то подставка. Да? Понял, натягивать волос. Да? А, точно, на отходы. Угу. А, натягивается. Что струны? Да, ну Тестюха вообще же музыкант. Тестюха на баяне. Там, может, когда выпил, перешел на скрипку. Они ж топили, как в советское время. Ничего себе. Саня, то ты сильно не этот. Ложи обратно. Ну, да. Аккуратно. Потом мы узнаем у тестя, где он ее взял. А ну там посмотри, еще есть что-нибудь, Саня. Да сейчас, может, там гитара. Отдвигай стол полностью. Ну, там доски, да, одни, Саня? Ну, доски, фанера. Металл, да? О, на сарай пойдет. Толстый? Да, хороший, да. Да? Угу. Ну все, тут доски, все. Нема, да? Угу. Ты стюхал молодости. Ну, короче, так, друзья, будем дальше разбираться. Наводим порядок. Еще включим. Может, на бриллианты попадем. Может, на бриллианты, да, включимся. Так, еще что у нас? Вот такие вот три радиатора. Тен масляный. Такого больше ничего нету интересного. Такого больше ничего. Ну, это мои шланги. Из резака. Резаки. Ну такое все. А это рукав на полуавтомат. Это редуктор на газовый баллон на пропан. Надо, кстати, поставить. У меня разбитый датчик. И может быть кому-то из женщин надо. Вот нашли запечатанные. Две пары обуви новые. Кожа настоящая. А, и цвет разный у них. Это более светлее, а эти темнее. Вот тут еще и были эти бумажки. Мыши повырезали. Вот такие две пары. Каблук такой. Размер тут 41-й. А этот 39-й. Ого, большие получается. Ну, в ногах, я думаю, меньше сюда влезет. Фирма Щидали. Веру, Ку. Короче, фиг поймешь. Вот такие две пары обуви нашли. Ну, такое, духовка, обогреватель, металл листовой, там металла тоже листового я уже попереносил. Тот сарай пойдет на клетки. Окно вот это однозначно переставляем сюда, вот выбьем, тут забито, проем забит для окна, переставим.
арматуру заберем, окна открываются. Окна вот на таких этих. Полочка открывается. Вот такая еще крючок, чтобы сильно не открывалась. С двух сторон. Друзья, что мы решили? Мы решили, опять же, два вопроса. Или ОСБ обшивать, хотя сарай сухой, помещение сухое, сколько всего забрали, оно все сухое. То есть он не течет. Там в одном месте есть течь, но я устраню. И дешевле, я думаю, зашить его этим гипсокартоном. Можно влагостойким, можно обычно зашить его просто стены гипсокартоном. Ну, чтобы подешевле было. А гипсокартон, Саня говорит, он пошпаклюем, пробежимся по берегу. Светленькое будет, да и нормально. Можно и белить, когда надо, по шпаклевке. Хотя шпаклевка белая будет. То есть вот такой вот получается склад для зерна, хранилище. Такие у нас находки. Находками довольны. Короче, вот так все. Вот, думаем, по вот эту вот часть, вот по перегородку, сделать насыпью где-то там в районе метра или метр 20 для зерна насыпью насыпать. Сразу тон 20 или больше. А то в мешки, в бочки там. Еще есть один такой же вагон, тоже с севера. Ну, он в другом месте стоит, тоже у меня во дворе, но там в начале. Или сюда рядом его поставить, на этот кран надо нанимать. Или там пускай и будут. Там такое в бочке, там сою. Именно такое, что дорогое и небольшие объемы. Я думаю, пойдет пока перебиться. Ангара же у меня нету. В планах есть ангар нормальный строить. Но ангар, я считаю, если строить, делать нормально, а не так. И какой-нибудь небольшой. То есть хочу большой. Чтобы не только там кормовые, еще там есть свои планы, перспектива. Короче, так, друзья, все, всем спасибо за внимание. Продолжаем дальше тут наводить порядок. И подкуплю потом со гипсокартона. Вот, два куска есть. Вот, гипс тут провалялся сколько. И не пропал нигде ничего. Я что и пришел в голову. Почему бы не обшить гипсокартоном дешевле насколько. Проведем свет, кинем освещение. Стены побелеют, сюда все покрасим, линолеум застелим, укрепим полы кое-где, потому что здесь, где полы, швеллера идут вот так поперек, через каждых там 2 метра. Я под швеллера поподкладываю что-то, ну, чтобы не так играл центр именно. И нормально будет. Вон уже видно, Саня ходит. Короче, вот так. Все, всем пока, Санька. Да, пока. Всем пока. Начинаем дальше работать. Да.